серебряного авангарда и без колебаний кинулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда и опять танчить. Направится в цитадель ледяной короны. Все танчить. Да я пропакал. Чё? Такой вздох был. Пока уж ряд. Ну, со следующего уже Женя будет танчить. Ну, да. Пускай танчит. Адам. Нечего червей качать. Ну да, блядь, за червей. Эти за червей и все. Червячки мои уже, блядь, не нравятся. Из огня выбегаем сразу. Славность. Что, Марсес. Минус. Так. Изморские. Смотри, что он вообще вреде. Дальше мы бы. Посока с тебя снимать. Так, у нас прыки. Я могу вообще не снимать. Давай посмотрим. Да давай. Да можно и снимать тут. Ой, Марсес, понятно. Рибафни чем Марсеза. Блять, куда ж ты встаешь? Вот что ты сделал. Это минус. Главный минус. БР, станешь после босса убийство. Помог в минус. Марсеза хуярит. Он один раз так помню на этом. Да, Женя, закинешь боб по идее. Там Энли со Снобальдом мне. Марухича, три Снобальда, сбейте Снобальда. Бегите к воротам, но кого Снобальды, к воротам бегите. Все. Паша, забирай огненную. 3, 2, 1. Дали Геру. Под кислотной играемся. По пачкам, как я сказал, рассветочьте, чтобы у всех плевок сразу не пошел. Третья, первая, крест, вторая, четвертая, квадрат. Паша, отведи чуть больше этого. Массейф нажми, Женя, шнурки. Паша тоже. Паша, после вот сахарчка жгучей рвоты сразу же идешь размораживать миликов. Нажми не вакати массейф. Какой у меня массейф? Да. Меняй. Я мороже. Беги. Помоги. Забери. Блять, что за... Ну, я замерз. Паша спрашивает, умеешь размораживать? Умею. Ну там надо ловить момент, блять. Ну... Давай дальше, короче. Пробуем. Мне потом встать? Да, все, кто может встать. Прохиливайте к того, кто может. Нас массейвы отдавайте тоже. Разбегитесь. Так, кто размораживать может, подбеги, поразмораживай. Что? На пока. Все, хорошо. Нормально, еще ничего страшного еще не произошло. Так, у нас сколько БРов осталось? Изморский отдал Маше БР один остался, тут он больше дамажит. Так. Окей. По Кею давай. А, тень добра, да, по тень добра давай, Бен. Давайте каску полотно. Отбежали все от лица. Паш, скоро будет лужа. Там уже. А пока готовься. Отводите. Мелики убежали. Пока вы делали огненного, убирайте петов все. Бежали в печеньку. Геру после врезания. Печеньку все стали. Петов поубирали. Тотемы тоже не забывайте убирать, когда он разбегается.
Потом объясню Паше, как размораживать. Саня, я подождал питание и побежал размораживать. В чем проблема? Это не так немножко делается. Ну, разбежались вправо-лево, хан. Дали Геру. Потом объясню. Мне смотри. Надо было с дыханием сейчас разворачивать или что? Смотри, ты ждешь пока дыхание, потом ждешь харчок. Сразу же там, короче, она вязает дыхание до харчка обычно. Потом идет харчок, потом ты сразу же бежишь размораживать, и потом мгновенно разворачиваешься. А пока вот видишь, центр, Паша, забери босса на себя. Кей такого вида он не идет, падла. Забери, забери, Паша. Прикладно. Вам объясню тебе, когда это дело. Сбежали всех печеньки быстрее. Смотрите, право-лево. Ну, ведется, нет? Да. Тотем. Алло, что непонятно убирать тотемы? Чини. Полинора. Ничего, вот и все. Джанти. Просто мы забыли, что это такое. Забыли, как минус 1000 получать за вырезание, да? Да, все равно бы тут истинно отбежал. Убегите сейчас. Сбежали с печеньку. Так, смотрите вправо, аккуратно не бегите. Все, кто за стеной, бегайте вправо. Молодец. Все, резайте павших и полетели. Я в ДД? Да. В одного танка. Ну все, я до конца в ДД. Да, ты до конца в ДД. Ставлю рыбу. И какая босса? Ну, дайте к массу полоту уже. Чисто баф. Уже фул ребаф отдайте все. И привыкайте, кто-то упал, сразу же фул ребаф давайте этому человеку. Нету каски еще, пол лопу. Давай, Женя, ты кулаки, смотри каски. Такие есть. Можно вместо MP5 каску дать по локу. MP5 вообще не знаете. Не надо. Все, спасибо. Бейте. Все РДДшники со стороны вон тотемов справа, слева, точнее, остались по 2 человека раньше 10 метров. Стаки все, кто может, снимают. Бурсты оставляйте на пенек. Также на пенек Женя с тебя массает и Паша с тебя. Орехи и Марухич давай там на какого-нибудь самом дважды еще Милика, допустим, на Женька. Трой. На пока вас, закидывай с трейна. Был? Косты. Нет, 4 минуты КД. Не надо. Плюс на, мы не будем БЛ отдавать, на чемпов ставим. Скоро будет портал приготовить. Сыграли все по порталу. Свои сейвы там класснете. Трелли оверхил. Каст, каст у босса, каст. Войд выбежал. Скоро стаки будут, все, кто может, снимаем быстрее, медленно. Еще очень медленно стаки. Полинора прохил.
скоро будет пенек, приготовьтесь. Вячеслав, у нас выбежу. Раз. Алина, Агин нажмешь еще, когда пенек появится. Сначала стаки, потом пенек. Приготовились, Женька. Сняли стаки. Сейвы отдали Паша и шнурки. По пеньку бурстим. Кто своего хп милики, отбегайте. Касту босс. Тотемов убили, стреля выбежу. Тень добра прохил приоритетом. Сейчас добиваем. Раз. Паки. Ну, сейчас хорошо сняли. Я апокалипсис опросил. Войт выбежал. Сейчас добивайте тупо босса. Забейте на врата, добивайте босса. Центр все отбежали, за тему убрали. Женя, в локации прыгай в танк, а все остальные в ДД. Запоминаю, здесь без ауешек играете, абсолютно все ауешки выключаете. Юра, доставай суккубу. Бета-тестер, поставишь тотемы для локации. ДКшники, моры не юзаете. Петов тоже поубирайте, просто маги. И фрост доспехи нажмите. Вары по очереди будете мастеры отдавать. Первая даст трусователь, потом альбелит, агрессив, если к нам побегут. Алина, ты на диспеле. Заебись, у нас один хэпау, как мы тебя выхилим, Женя. Что выхили? Ну, вот эти нахули паладина. В локате есть, Женя, ты в танке, блядь. Короче, я выхилил, отвечаю. Войт, смотри, как ты можешь сделать. Можешь нажать уход в тень. Только после ухода в тень побежать его хилить. Но вначале стоит, держишь рейндж. Короче, ты тоже идешь со шнурками. Такой есть, я лучше уже шумана такого-то. Нет, он нажмет уход в тень, и на него не будет агриться. Плюс, если у тебя есть эта пласка на защиту войд? А есть у кого-нибудь одна пласка на защиту, припод? В идеале два. Женя, ты нажми защиту, ауру защиты. Арки, которые. Дайте войду две фласочки. Одну перед пулом выпьешь, вторую после. Только стой на максимальной рейндже, потом нажмешь уход в тень и подбежишь к локате. И только пока действует уход в тень, будешь его подпиливать. Там закинешь у него эти зубы, потом не убежишь. Ну, там только на скиле у тебя получится делать, если нет, то нет. Ну, хрен, ну что сделаем. Короче, будем играть по черепу. Черепу. Печеньку поконтролит у нас Полинор. По трусам первый контроль отдает определенно. Нет, давай Марсес, потом Тщеславность. И Тень Добра ферряет. По Алисе квадратик определенно. Потом Изморский. И после Изморского тоже Тень Добра поферряет. Нет, давай определенно Тень Добра и Изморский. Потом ты поменяешь цели, я тебе ее расскажу. Суккубу свою, Юра, отправляй на печеньку. Блядь, короче, давай воды каспекнемся. Тут червячки мои, блядь, сейчас потирать начнете. Нет. Нахер твоих червячков. Пойдем воды в ПВП будем махить, ебать их. Все, Геру с пула, играем по черепу. Все перебежали на другую сторону. Бетик с каким-то тотемом. Тотем очищения, тотем от силы природы. Не, как можно дальше. Чтоб поставили. Как в локате доставал. Все, отошли назад немножко к магу. Вон прыгаю, маг. Попробуйте дальше еще вообще не поставить.
Тщеславный, смотри аккуратно, этот не за... Эй, сюда. Вообще без страфова. Бетик в Акате поставил? Ты он поставил ее в Китае. Хреново. Бетик, иди поставь нормально тотемы. Саня. Саня бета тестит. Саня, блядь. Полинор, Диму поставь тотемы. Очищение. Очищение от этого тремора. Трепета, точнее. Блин, он далековато стоит. Тебе же сказали, что хреново поставил, Саня. Дальше поставь. Там 30 метров радиус то. Ну иди, Саня. Агрессив, отбеги к нам. Первый пойдет гриппать у нас Апокал, потом пойдет Ягеев Дикей, Женек, Иксприк. Да, можешь тыкать. Все. Так. Войт, ты на первой секунде пьешь припот на защиту. И как только видишь, что просаживается в Акате, нажимаешь уход в тень, идешь его отпилить. Ну, только на пул РНЖ. Марухич. Я на досках, с досок никто не выходит. Марухич, Тиславны. Если мелики сорвутся на нас, мы их кайтим по КД. Все, иди пуляй потихонечку сейчас. Иди, иди гриппай на покал. По очереди гриппу Геру отдали. Контроль, трусы подбежало, трусы, трусам контроль. И за уевками следите. Вакати, ой, зубы подбегни, закинь ему, прохили его. Ну вот что я говорил, очищение вообще не достает, типа. По трусам играем. Ой, диспель тогда его. Я подиспелю себя. Готовьтесь, квадрат следующий контроль, Тизморский там или кто назначен. И печеньку, кто контролил трусы, контрольте печеньку. Квадрат стреляет, тень добра. О, молодцы. Печеньку и квадрат и контрольте. Дальше по квадрату играем. Печеньку контролим, квадрат тоже. Сейчас играем по квадрату, печеньку контролим. Все, и не, дальше не бежите. Остаетесь здесь. Молодцы, хорошо, в принципе, справились. Ну что, Войт, на тебя не срываются, да? Нет, нормально. Ну, как бы ну, на грани, отлично. Но... Ну, просто по КД, Слава, жми уход в тень. И нормально должно быть. Если закончилась фласка, кстати, на защиту, то тоже выпей. Илья, Полинор, Кайти и Мобо. Дальше по печеньке играем. Косты сбивать. Что? Давайте хило, Вилану. Держите вместе, короче, хило. Давай, Кей и Апокал сядут на трусики. Избивают им косты. Все остальные по квадратику убивают. А, нет, Фокси еще сядь на самого. Это звездочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня сейчас
опасно может быть. Смотрите, туда больше не заходите к ним, а то могут сорваться они. Диспел, квадрат. Маз диспел, Алина. Алина. Ну. Восприимчивость. Ну как не восприимчивость? Маз диспел. Не просто диспел, а маз диспел. Не может там быть невосприимчивость. Она обычная из зала, то, конечно, там невосприимчивость. Дальше по трусам играть. Теперь такой гей-лесенка, идем гриппать мобов, идите ромбик гриппайте. Первый пойдет Апокал, я геев дикей, кей, уже идите. Ей Женек фрик. Пошли лесенку, давайте. Опа. Молодцы. Все, этого добьем и пойдем туда бить. Пригинил ману. Держи. А ладно. Слава, веди к нам, если на тебя садились. Не на Славу. Короче, ведите к нам их. Все, веди и Женя тоже. Короче, Женя, ты оставайся в танке. Паша тоже в танке. Так, это два танка, еще два нужно. Давай, трусователь. Танка и агрессив танка. У вас будет достаточно важная миссия. Смотрите, не запорите. От этого будет зависеть 50 на 50. Я объясню, что. Юра, там, если тебе нужна будет шмотка какая-то. Женек, ебать, я понял, с воды канда ДПСить. Тотемы убрали, с центра свалили все. Антишки. Антишки, вы берете сначала светлую, напуливаете темную, и этот, потом берете сразу же темную, перебегаете к нам. Так, теперь трусователь. Трусователь агрессив. Танка прыгает. Ставьте шкаф для агрессива. А в кого светлую напулить? Ой, темную. В ЕГЭ и в ДК. Он будет танчить двух мобов. Мы будем играть вначале по звездочке. Вы должны будете напулить печеньку. Вот тут стоите, где сейчас я прыгаю. Тут я стоите, напуливаете. Ну, ты, я знаю, я Энлиту рассказываю. Напуливаете, и потом берете темную и перебегаете к нам. Короче, повторяй за чмыгой, Энлит. Да, я знаю. Энлит, дай, дай метку в свет, в темную. Так. Смотрите, ребята, дальше. Агрессив, ты ловишь сверки сзади. Что это значит? Вот у нас будет лететь сверки прямо в жопу. Твоя задача, не убегай далеко. Вот, вот твоя зона ответственности, агрессив. Вот, вот это твоя зона ответственности. Не больше никуда не убегай. Ни одна сфера противоположного света в нас не должна залететь. То есть мы сейчас под темной, ты, соответственно, ловишь светлую. Когда мы берем светлую, ты ловишь темные. То есть ты всегда ловишь сверки противоположного света. Русователь, ты ловишь сверки слева. Не, давай справа. Ну ладно, стал слева, давай слева. Ловишь сверки слева. То же самое. Не должна вот эта вот твоя зона ответственности. Не должна ни одна сфера залететь. Вот так. И в Акате справа. Вот. Понятно всем троим? Так точно, капитан. Ставлю еще одну рыбу, ману восстановите. Блять, 8 минут фласка. Пиздать, товарищи. Восстановите ману. Не, кого там, кто сдыхал, может быть.
Все, и сразу не врывайтесь, дайте ДКшнику забрать, на пулы по КД отдаются. И следите за своим АУЕ, в первую очередь. Все, готовность на пул, встаньте все кучно, кто не ловит сверху. И не ханты. Полинор, шнурки. Илья. Илья. Да-да-да, тут. Все. ДБМ это для танка, босса никто не бьет, пока я не скажу. Стоим, стоим, не бьем, не бьем, не бьем. Разверни, Паша. Все, играем по звездочке. И смотрите за ЛОЕ. За гром свой. На пулы, напоминаю, по КД. Светлое ловим активнее. Пробуй спецспособность. Там на воронка, продолжаем бить танки, прожмитесь, которые ловят. Можно мастер на тьму нажать. Продолжаем бить. Также ловите светлые, ребята. Молодцы. Способность через 10 секунд. Второй какой-то 30. Через 5 секунд. Через 5 секунд приготовились. Продолжаем бить. Сбили каст. Так, дальше будет 2 светлых каста точно. Я чуть-чуть заранее вам скажу. Смотрите, залетела сферка сзади и лево. Вправо. Обратно. Мы скоро будем свечиться на светлую. Я заранее еще скажу, танки будете ловить все подряд. Потом только темные. Пока что еще светлые ловите. Приготовились, скоро будем брать светлую, танки начинайте ловить все подряд. Играем по темной. Паша тоже возьми светлую. Танки ловят сейчас темные. Геру, дайте. Все, и дальше АОЕ с несветлый каст будет. Ну, если она доживет. Темная, темная, аккуратно. Смотрите, дальше босса не скульте. Что, выбор упал? Нет. Что с там? Фантазовать не надо или надо, говорю? Мне вообще слышно? Думаю. Да, слышно, я думаю. Надо типа мне тапки нужны, конечно, но типа если надо, я зайду, мне без разницы. Не выходи за тапками, значит, что-то. Да? Так. Кому не нужен этот босс? Вообще не нужен. Один человек. Женек, ну давай тогда на замену. Джанг или Мобой или Дексиона. Кто-то здесь? Кому-то плащ из вас нужен? Ну и разъебаешь. Тогда Джанг, давай Мобой ты. Заходи, Юра, на СУ. Женя, ты заходи на танка. Да, выхожу. Блокер. На блокера. Полинор, прыгай в хила. А паладины у нас... Есть еще? Паладин? Блять, точно, нужны паладины же. А, точно! Сука, я забыл. А пока уйди на этого, на паладина своего. А у нас в Акате будет трэш держать? Нет, будет шнурки держать. Надо 2 паладина еще. Так, умеешь напуливать инлит? Напуливал? Да. Здесь. Отлично. В смысле, мы с блокером?
Да. Все понял. Два паладина есть у кого-то еще? Есть. А пока вот. А я могу зайти. Я могу зайти, Саш. Мне не страшно, если без тапок буду. Ну заходи, я тебе на кусяло и поначислю. Хорошо. Потом за тень добра зайдешь, плюсанешь. И ты, Женя, плюсанешь. Так, это два паладина, еще два надо. Ты меня там звал, Саня, чи не? А? Да, я тебе говорил, чтобы зайдешь на пало. Да зайду, похуй. Подожди, не надо. Да ты определись, а. Все, уже зайдет. И еще два человека на замену. Кому босс не нужен. Я могу Маруфиш уступить. Не, стоп. Босс. Трусователь, давай трусователь. Ты. Еще один человек. Агрессив. Окей, ты давай. Так, пока здесь все бьют. Войт, Слава, возьми саппорты пораздавай всем, пожалуйста. Сейчас Войт возьмет. И поразбираете саппорты. Ребят, никого нету маха до снова. Пашка, смотри, относительно тебя касательно. Ты босса танчишь у стенки. Когда босс зарывается, если ты не выбираешься целью ты, то ты идешь в квадратик и гриппаешь ближайшую сферку квадратику и разбиваешь ее там. Именно ты. Понятно? Паш. Я гей, дикий. Все. Отлично. Дальше. Дальше. Да, в квадрате притягиваешь или максимально близко к квадратику и разбиваешь там сверху. Это на первой закопке, если будет вторая закопка, на второй закопке то же самое. Там может быть не строго в квадратике, может быть где-то здесь. Ну тут, тогда ты сюда, ближе к квадратику притягиваешь и разбиваешь примерно здесь. То есть с тебя две сферки нужно будет разбить. Также смотрите, совы очень аккуратные, и ханты, не разбейте лишние сферки. Чмыга, ты напуливаешь справа мобов, элит ты слева. Ну окей. За саппортами Войду обмен кидайте. Мартизи, пожалуйста. Что, блядь, ни у кого нет масла, да, жмоты. У меня есть, я тебе дам. У меня три штуки есть. Тоже в чмыге, да. Да, дам, сейчас у меня три штуки есть. Себе одно сейчас намажу, дам вам две штуки. По бобам. Первый боб побежит закидывать Сацуне. Нет, не Сацуне, Артизи. Второй закинет Сацуне. Третий будет Фобус, четвертый Локати. А саппорты все пьем? Да. Так проще. Ну, можно. Есть. Хантам обязательно саппорты. Также ханты на третьей фазе лепестки обязательно включатся. Оба. А зачем лепестки шумановские хотя бы не? Они могут далеко отбежать, там они будут доставать. А, блядь, заебись. Эмобой, ты здесь? Ага, Сум. А как мы тебя засумоним? Есть кто снаружи? Летите, засумоньте эмобоя с Адаларана. У нас Лока нет. Лок один далеко. Нет, просто сейчас, если выйдет Адаларан, я может накинуть. Типа, поведь полдня заходить. Надо там Куся у шнурки. Шнурки Куся, засумоньте его. Так, теперь по тактике. Может кто-то забыл тактику. Просто играем тупо всегда по боссу. Выходит две пачки мобов. Одна пачка, мы ее игнорируем, вторая пачка, мы ее игнорируем. Ануб зарывается. Ануб зарылся. Он выбирает какую-то цель. Эта цель бежит в район ромбика. Тут будет где-то разбита сферка. Вот, не строго может быть в ромбике. Он на себя поставил квадратик. Не строго здесь, может быть где-то справа, может быть слева от ромбика. Разбита, допустим, здесь сферка. Вы зашли, встали перед сферкой, на ней не заходите. Ждете, пока на вас закинут боб. Если на вас боб не закинули, эта проблема будет паладина, который это закинул. Он получит минус. То есть вы стоите, ждете боб. Закинули вам боб, ждете 2 секунды окончания боба. 2 секунды окончания боба, запрыгнули на лузу, разбили. Дальше. Весь остальной рейд в этот момент здесь будет в кресту. Очень много трэша. В кресту.
вот здесь в кресту мы стоим, заливаем трэш, ауешим. Смотрите, ни в коем случае его не затаунтите и не сбейте сферками рядом летающие. Также этот трэш бьем, выбирается вторая цель. Вторая цель выбралась, там в квадратике будет разбита сфера. То же самое, подбежали, разбили сферку в квадратике. Подбежали, подождали весь боб, закинули вам боб, 2 секунды окончания боба, разбили сферку в квадрате. Дальше третий человек, который выбирает ануб, он просто должен будет убежать в сторону речки. Также, когда ануб закапывается, никаких напулов не отдаете, никаких притвориться мертвый и ваниши не нажимать. Ну, все. Саппорт у кого взять? Войда. Войд спирит. Я на него поставлю сейчас печенье. Дайте вообще бафу. Кстати, определенно тоже можете обмен за саппортом кинуть. Сейчас все будут. А что вы ему боя не засумонили? Шнурки и этот. Сам долетит. Ну, быстрее было бы. Блять, а у меня что, червячки? Да похуй. В смысле похуй? Нет, не похуй. Червячки. Блять, давай, ладно, я в АДК стыкнулся. Смотри с мором аккуратно тогда. Будет, у кого будет урон по сферам, кроме меня и Ягея в дикей, получит минус. Можешь не кидать, не стери, он кому-то другому может давать. Так, у нас есть вот армс? О, альделит в армсе заебись. Также приоритетом всегда мелкий трэш, когда выходит трэш. Ставь шкаф, сразу ему бой. Короче, кулаки МП5 бафну. Давай ты просто МП5 бафай. АП нету ни у кого. Под саппортом бью. Сумоньте артизи и сацвону. Дайте масло СПД. Нет, нет. Так, я тут очередность бобов какая. Ты второй боб закидываешь, первый боб закидывает артизи. Бежишь, Юра, не забудь. И первым бежишь. Потом Сацуна, а потом третий Фобус бежит и последний Вакати закинул. Ну, если будет две закопки, может одна будет. Все, рыбу поставил. Пул строго по ДПМ-пулу. Угу. Дайте каску, ладно. Сейчас, секунду, да, две секунды. Ну, наделаю ТП масло потом, чего? А блокер кто? Женя? Энлит, чего не хватает? Лапу дайте. Дайте. Скажи, кто блокер. Блять, давай кидай обмен, Жень. Иди. Портал куда тебе поставить? Ну, у меня есть на форумс. Все, сейчас скаф, шнурки заново сумоним. Зайдете потом все на мейнов своих, и звонете все и потолчат. Я в ретрике или в хэпале? В ретрике, 5 хилов. Ты уверен? Ну давай в хэпала, наверняка. Давай. Тогда, Санька, ты первый побежишь закидывать боб, не артизи. Саня, Сацуна первый. Артизи второй. Артизи второй, Фобус третий, Вакати четвертый. Все? Принимай сон. Можно меня в пати, кто-то тестер, он 5% маны дает.
Эти килом. А, не килом. Сейчас. На. Тебе Марухич 5%. А лучше да. И Марухич, и бета-тестера в одну пати закинуть. Не лучше, потому что там все хилы в той пати. Ладно, сыграет, так сыграет, Женя, там... Что есть, то есть. Давай пробовать уже, а то только времени. Бетик. Бетик. Все. Паша, строго по слову поупуляешь. На первой секунде припотом. Куда повел? Не сюда! В стенку веди. Паш. Сюда в стенку? Вон прям в стенку и с твоей стороны правее. С твоей стороны правее еще. А лужу разбить. Вот, вот. Блять. Лужу разбить сейчас разобью. Кто лужу разбил в квадрате? Сука. Блять. Маша, БР по сосуны. Иннерну сразу, ребаху. Короче, когда нуб закопается, смотрите, вам нужно будет между луж стен ставить. Чтоб он нуб через лужу, которая разбита, не пошел, не через одной. Кусяло тоже иннер просто не залей. По ребаху ему дайте. Напали. Там что моба, блядь, разбить его в лужу, кто-то разбил в квадрате. Я разбил, он босса повел туда, мне моб достал. Хуёво. Ничего. Блин. Не критично в квадрате. Всё, выбежали все в центр. Первую в ромбик бегут. Разбивай. Альделит, Аня, беги к ромбику, там будет лужа разбита. С тебя боб закинут. Все остальные что? Играют по трэшу. Только на лужу не забегай, стань перед лужей. Жди, пока закинут боб. 2 секунды боба. Мелкому трэшу приоритетом. Только меня не напуливайте. Вообще не напуливайте. А то трэш бежит. Следующий человек в меня. Артиди, ты следующий боб закидываешь. Да, даю, даю. Давай. Ой. Блять, Юрик. Блять, а я пьяная панда, нахрен, у меня крутится на пиздец. Сань, танчу так же возле стены потом? Да. Ты там его всегда танчишь. Артиди, просто убеги оттуда. Егей, Паша, убеги. Убеги. Просто через нас не беги, Паша, не беги к нам. И прожмешься, если что. Если он до тебя дойдет. Мелкий трэш добили все. Веди его туда же, там где был. Босса бьем до 38%. И стопаем по нему урон. Процентов и стоп урон. И стоим чилим. Милики в центр просто выбегаете. И стоите, ничего не делаете. РДшники, когда выйдут все мобы, можете по мобам аккуратно, не сорвав их, играть. Только когда они уже дойдут. Все, стопнули урон по боссу. Ждем, пока мобы дойдут. Стойте, чильте. Напулили ханты. Не бейте больше босса. Стоп по боссу. Мобы дошли, все, РДшники, можете поиграть по мобам. Паша с себя будет сверху разбить в квадрате. Он там возле квадрата летает. Только не сорвите. Милики, не заходите на лужу. Свалите с лужи. Все милики, уйдите оттуда. С лужи уйдите. Андрей, ты первый бежишь, закидываешь боб в ромбик. Маша побежала, все остальные по мобам идти играть. Ну, она улетела, ебать. Ну, там, где есть. Тут вот нормально, отлично. Следующий человек там в стороне квадрата разбита лужа. Не разбейте, Энлит, беги туда. Все остальные за квадратиком и минометкой, за магом перебежали. Не играйте по мелкому трэшу.
Заходи, заходи, инлит. Две секунды окончания. Все, и третий человек просто кей, выбеги к этому, к речке. А, хуя. Колокольн, поставьте, пожалуйста, третью ауру для паладина. Забирай, Пахта, мелкий трест добили. Вначале мелкий трест все. Забили на нуба. Ханты только на пулом. Уже лепестки нажали оба. И только на пулом занимаете. Вначале мелкий трест. Два штуки еще осталось, добили. У нас... И все под жопу падают. Мы на пуле? У меня мобал. Да. Так, зубы по кусяву закинь. Войд, нажми, Паша, айсбаунд. И мастер налет. Геру дали? Стреля. Энлита, прокильте Энлита. Саня, нажми массейв. Если есть свободный мастер налет, тоже нажмите. Алина, гимна ХП нажимай. Моб сорвался, моба пофиряйте кто-нибудь. Еще один. Ой, нажми гимна ХП. Так, измор скиннер по Полинору. Свои сейвы отдавайте тоже, не жалейте. Если есть ПС, кого это можно закинуть. Хорошо, молодцы. Заходите все на персонажа и дайте анонс. Вот это плащ. Что ж выпал? Кастерский. Ну, не зря били, да. Да. Добро пожаловать на испытание. На 15-м месте, я его, блядь. Будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Что-то там есть? О, запы упали, нихуя. Кто бы говорил, на 13-м человек, ебать. Блять, а ничего, что я бегал, там кучу всякой хуйни делал. Я бегал феррал моба вообще, вы шо нахуй. А если бы ханты не пулили, блядь, филяли бы и делали? Конечно, если бы вообще каждой кнопкой не жал, мы ничего бы не убили, все молодчики. Я бы сказал сразу, все молодчики. Саня, я могу этот плащ ипэшить или я пошел это, трансмокси убивать? Ааа, блядь, ну ты ж типа ретрик. Ну, короче... я просто спрашиваю, я мне не в приоритет. Если кому-то надо, я все равно не буду душить. Давай, не пэ, и пошли спать. Так, так, ну подожди, надо сейчас всем написать, чтобы заходили за ИП. Это типа... А, ну вот МБ пишет, значит... Не... Напишите в этот, в ДИС, чтобы тоже зачнем. Только Кучаву, Юра, что-то... я уже нашим дал, типа, вот этим, который за Юру Магер. Типа за ИВК чисто давай. Да, да, так я... Это так. И хочу сделать. Блин, я сейчас на контракты к Бонду можешь начислить? Андрюха, ну чисто отдельно бомба. Сколько у тебя там? Сколько за ИВК, Сань?